Молодые люди не привыкли называть себя профессиональными художниками, фотографами или графиками. Просто с помощью этих направлений искусства они экспериментируют и пробуют передать нам свои оригинальные мысли и настроения. Желающих поделиться неформальными идеями, на удивление, оказалось очень много и даже чересчур. Тут все ограничено только вот пространством. То есть вот физически мы могли бы еще больше, если у нас была возможность такая. Мы вот даже вот, ну, как могли, выкручивались. Желающих очень много, конечно, мы ничем их не регламентируем, то есть никакого отбора. Главное, чтобы это, конечно, было современно и интересно. Почему же выставки решили дать название «Аборигиналы»? Просто эти ребята видят себя именно такими – яркими аборигенами и оригиналами одновременно. Многие из этих творцов впервые выставляют свои работы на суд зрителей. Вот, к примеру, один из таких начинающих художников. Знакомьтесь, Екатерина Грачева. Я обрабатывала фотографии на компьютере в программе Photoshop. Ну вот можно рассмотреть, допустим, одну работу какую-то. Это мандала. Ну, это восточная тематика, то есть во многих религиях она приветствуется, ее делают. А это в середине, это, ну, в принципе, это я на острове. Ну вот я объединила эти две картины, поменяла цвета, обработала их. Вернее, не картина, а фотографии. Ну и получилась такая работа. Соединить вместе древность и современность – вот основная цель выставки. А насколько авторам удалось создать этот оригинальный союз в своих творениях, решать вам. Выставка будет идти целый месяц, так что у вас есть еще время лично познакомиться с работами. Елена Светлая, Андрей Потапов, новости в деталях.